Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ну что, продолжаем биться за ранги. Так, Цитрон. За Цитрона, ребята, у меня пока не получается играть. Если честно, вообще не могу составить ему нормальную колоду. Поэтому начнем с картошки. Потом, наверное, орешком в доспехах сыграем. А дальше будет видно. У Цитрона либо на заморозке работать, да? Либо... Так, подожди. Либо на этих. Как их величать-то? На бобовых. У меня почему-то ни то не получилось. ни на той колоде, ни на этой. Так, что он создает случайного, ага, зомби. Понятно. Создал, да, значит? Ну, посмотрим, что он там будет выставлять. Вот как, да? Давай вот так сделаем, наверное, с тобой. Да, в принципе, пока и все. Угу. Я тебя понял. Так, ждем дальше. Еще, да? Так, короче, мы сделаем с тобой немножко по-другому. Здесь вот так вот. А здесь вот так. Ага. Будет этого прокачивать, да? Ну и все на этом туда. Смотрим дальше, что он там будет делать. Окей. Мы с тобой сделаем, наверное... Да вот так вот я хочу сделать. Ой, елки-палки. Халабуда вылез. Так, что он там делает? Охоту? Он делает охоту. Естественно, ребята, мы этот ландшафт меняем. Это понятное дело тут. Ландшафт мы этот поменяем. Да и ягодку, наверное, сюда поставим. Любой Арсений уничтожай. Давай, уничтожай. Ага. Отлично. Виноградинка. Как раз в тему, ребята. Как раз в темку тут виноградинка у нас появляется. Ну, я вот так вот сделаю, наверное. Угу, минус один, минус один. На тебе. Так, это уже хорошо, друзья мои. Ой-ой-ой, кто тут вышел у нас? Ты только полюбуйся, а? Как бы мне от него избавиться, а? Есть какие-нибудь идейки? Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Погнали. Так, вытягиваем карту. Вот. Кто на этот раз? Ага, еще один, да? Еще один. Шесть. Так, сколько мы нанесем? Четыре единицы урона, да? Ладно, четыре единицы урона мы наносим. Вот так вот я сделаю. Поехали. Летучих мышей выставляет сюда, да? Окей. Сейчас, если он опять своего этого фокусника выставит, то мы с тобой будем делать уже... А он выставляет его, да?
А он его выставляет. Что, поехали тогда сделаем так? Окей. Чё там он? Челюсти. Молодец, тебе эти челюсти не спасут. Угу. В принципе, больше тут пока и не надо ничего делать. Сейчас, если выставит опять, я его тогда ананас своей бомбой. Дурачок, а. Иди отсюда, говорю тебе. Достал уже в корень просто. Так, и что у нас тут дальше-то получается? Все, он сдался, ребят. Прекрасно. Бабах. Отлично сыграл, не подвел меня. Очень, ребята, идеальная была победушка. Ну что, мы с тобой сегодня попробуем до 20 ранга добраться, я думаю, да? Ну что, берем с тобой орешек в доспехах. Он немножко слабее, конечно, чем бабах. Ох, ёлки-палки. Кто-то успел в свое время урвать, да, вот этого чудика? Кто-то успел. А кто не успел, тот опоздал. Ну что ж, давай посмотрим, что он из себя представляет. Я с ним уже как-то дрался. Не знаю, почему он легендарный, ребята. Ну, может быть, сейчас покажет свою прыть. Как он на 12 ранге? А, ну это, в принципе, он мог... Ну давай, ты что там соображаешь-то, ёлки-палки, 3 часа. Все равно у меня нет первого хода. Это такое ощущение, как будто, знаешь, как сын Замбоса, сыночек. Хм, похож на него. Опа, 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 опа. Статуэтку вызвал, ребят. Статуэточку. Что он там делает, я уже забыл. А, на ландшафте получает 1+1. На ландшафте. То есть он еще ландшафт здесь может влепить. Скорее всего, так и будет. Ладушки. Вот я не люблю, когда вот такие вот тугодумы вот достаются. Вот серьезно тебе говорю. Фиг ли ты там думаешь-то, ё-моё, по 3 часа. Я уже знаю, я вот поставлю псину. Вот сюда вот. Да-да-да, я поставлю псину. Смотри-ка, у него все с мишенью. Давай, поехали. Тупо обмен. Здесь обмен. Там потом, я не знаю, либо этот орех поставим с тобой, либо этот. Наверное, скорее всего, галактический орех придется влепить. Он сидит и 3 часа думает. Блин, как меня это бесит, а? У тебя за ноль энергии все равно ничего нету. Ты уже все выставил, что можно. Что ты там думаешь, сидишь? Так, ладно. О, хороший цветочек мне выпал, ребята. Галактический подсолнух называется. Вот это, конечно, не очень хорошо. Давай вот так вот я сделаю. Так. Кто там у тебя? Добор карт хочешь, да, сделать? Делай. Делай добор карт. Угу. Кабачок, ну пока он нам не нужен. Орешка, у тебя что, нету этих? Что-то ни одной хилки пока не вижу у нашего ореха, если честно. Блин, давай я, наверное, вот так вот сделаю. И вот так. Что он там делает? Шаманство 2 способностей. К чему бы так?
Набрал себе карт там целую хапку. Не знаю, ребят, что у него там за карты. Шаманство там, наверное, набрал всяких там заклинушек. И вот опять сидит 3 часа, думает. Подсолнух нам этот, конечно, надо бы как-то защитить. Могилоеда призвал, да? Ой. В плане. Может, завязывай давай уже, а? С этими фокусами-то, парень. Понял я, кто у тебя там сидел. Давай-ка вот сюда вот так вот влепим. Прекрасно. Орешек в доспехах пригодится. Так, у него шаманство, у него наверняка... А, нет, ничего нету. Удивительно. Сколько у тебя карт? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь, у меня 6, на 2 карты больше. Но у меня стол заложен. Нет, этот парень тебе... Это тебе не нужно, поверь мне. Твой космонавт здесь... Так, как тут лучше сделать-то? 4 и 3. Ну тут я могу прикрыться вот... Ага, нет. Ну это сам по себе орех, да? Что, давить что ли этого хламона? Ну как-то не очень хочется, если честно. Давай, наверное, вот так вот сделаю. Так. И вот так. Че он там? Че он там? А, на 1 дороже будет. Так, мы с тобой вытягиваем карту еще. Ну, кого ты сюда поставишь? Ага, вот так. О! Смотри, разошелся парень. Просто парнишка разошелся. Сделаем так с тобой. И вот так. Прекрасно. Что там у тебя с конфетками, чудик? Ну что, мы его разберем. Мы его разберем с конфетками. Он сдался, все. Захотел чего. Ха. Ну что, орешек, ты справился? Как ни странно. И мы с тобой переходим на 18 ранг. Повышение. Немножко гемчиков заработали. Так, кто у нас с тобой следующий будет? Капусточка, наверное, да? Давай попробуем за капусту сыграть. За Бонг Чоя. Против нас супермозг выступает. Его стоит бояться. Конечно же, стоит, ребята, его бояться, этого супермозга. А мне, как всегда, как везет, как утопленнику, ребят. Вот, ну что это, ну? Ну серьезно, ну что вот это такое? А? Ближайший ход в плане растения — это ягода. Ну, шипастая лужайка есть. Лужайка, ты сам знаешь, ее не поставишь на возвышенность, так что придется ждать, когда будет ягода. Но опять же. Ох ты как, смотри-ка. Оп, сразу доборчик сделал себе. И довольный. И вот начинает сидеть ждать 3 часа. Смэш зомби. Да какой ты, блин, смэш 22 ранга. Сидит там, что-то сопли жует. На кулак наматывает. Я в шоке просто от таких вот игрочишек. 0 энергии, что-то сидит там обдумывает. Что ты там обдумаешь, вот объясни мне.
Да, конечно. А мне сделать нечего, ребята. А мне сделать нечего, прикинь. Вот так, вот так попадос. Единственное, что я могу потом поставить в ближайшее, это ягоду. Жестко, он сейчас будет добор делать карт. Ребята, он будет делать добор карт. После этого он 100% будет делать... Как называют? Ну что ты опять сидишь, вот 3 часа там жмешься, блин. Блин, вот это вот меня бесит. Ну вот серьезно тебе говорю. Он потом будет кровожадность на него вешать, 100%. Ну что, поставлю я сюда ягоду, он повесит кровожадность. Все, завис, чувак. Отвис. Так, он карту, естественно, набирает. Я не знаю, ребят, там что за карты у него. Ну, наверное, неплохие, я думаю. Мне с рукой не повезло. Руку мне, конечно, дали. Давай вот так вот сделаем. Просто хочу посмотреть, что он будет делать. Кровожадность вешать или что? 3 энергии. Потом что я могу сделать? Да ничего, у меня, видишь, бонусная атака. Так, что-то не к добру. Этот ландшафт нам надо... Я поменять не успею. Он успеет сюда зомбаря поставить какого-нибудь, да? Угу. 3. Так, отлично. 6 энергий, прикинь. Надо этот ландшафт менять. О, тогда же лучше будет. Давай, вали отсюда. Так будет даже лучше. Я сюда поставлю шипастую лужаечку. Так. Ну, я не знаю. Давай вот так вот сделаем. Поехали. Угу. Блин, жалко вот этого. А этот от дуплицы, да? А, нет, 1-5. Он еще и карту возьмет, ты прикинь? Блин, лучше бы тут немножко по-другому все было бы. Лучше бы тут все было. Как вот этого мне наказать? Так, там... Я так и думал, да? А нет, ребята. Немножечко не то. Так, ну что, давай сделаем вот таким вот образом. Ну и бонусную атаку. Надо было вообще-то вот здесь ставить его, да? И делать бонусную атаку. Опа. Под защитушку поставил чувачка. Окей. Так, этот мне урон не нанесет. У меня сработает защита. А ему 6 в лицо прилетит. Угу. Пока тратить не будем, ребят. Даже вот так вот. Смотрим дальше. Мы можем с тобой бонусную атаку провести, в принципе. Ну что, будем прикрываться, наверное, да? Вот так вот. Посмотрим, кто у тебя там. Ага. Ну, куда свою могилку эту бросишь? Ну, вот сюда, на свободную клетку, естественно, ребят. Опа, доп энергию берет. Ну, естественно, здесь разбираем. Так. Так. Что повесит? У него кровожадность. А, бонус на атаку. Куда ты его перемещаешь-то? Да, молодец. Красавчик.
Ты зря делаешь, парень. Ты зря сделал. Так, ну чё? Наносим урон. Такой истерик. Так, значит, теперь давай бонусную атаку сделаем. Да и, пожалуй, вот так вот. Поехали. Ну чё, все, приплыл парнишка. Приплыл. Все, хана ему, ребята. Раз и два-с. А чтоб не выпендривался. Сидел там по три часа, думал, соображал. А в итоге сфейлился. Так, ну что, Бонг Чой тоже себя отлично проявил. А мы с тобой переходим на 19 ранг. То есть нам еще с тобой немножко осталось, и мы перейдем на 20. За кого теперь-то сыграем? За колпак ночной, но он меня подведет, как всегда. Давай за бабаха, наверное. За розу, вот как-то надо вот, не знаю, ребят, как-то вот надо научиться играть за розу, за цитрона. Это надо пытаться, пыхтеть, пробовать, подбирать колоды. Это очень надо много играть за кадром, ребят. Чтобы пробовать, экспериментировать. Ой-ой-ой-ой-ой. Заразительное сальце. Чё-то как-то у меня тут вообще. Ну давай оставим такой вот подход. Есть лужайка, да? Ой, горячка выпала. Ну, горячка на ранней игре, это, конечно, не очень хорошо. Ее бы лучше бы когда-нибудь попозднее. Что-то у нас с тобой тут лужайка дофига выпала. Ну, давай я вот так вот сделаю. Одну потрачу, так уж и быть. Странно, ничего не делает. Что у тебя там, парень, а? О, даже как. Вот так вот, значит, да? Надеюсь, у тебя нету ландшафта? Нету. Получает привидение он. Да-да, у тебя... Ага, ага. Вон даже как. Интересно. Блин, ну давай я вот так сделаю. Чё уж тут. Чё уж тут. Прокачивать будешь своего водолаза, да, я так понимаю? Нет, ребят, не стал почему-то прокачивать. Удивительно. А-ха-ха-ха, вот он что. Вот он что, ребята. Затеял. Нет. Нет, родная, такой фокус не прокатит. Такой фокус не прокатит, еще раз тебе говорю. Но. Даже так. Молодец. Продолжаем. Водолаз опять свой. Молодец. Молодец, паренек. А вот так вот как тебе? Нежданчик, да? Купидончик. Не ожидал такого поворота. Ладно, водолазик пускай там плавает. Блин, вот единственное, что у меня могилоеды, ребят, пропадают. Неужели у него нету ни одного зомби в надгробии, а? Неужели нету? Ну ладно, я фонарь поставлю на ландшафт. Будет он у меня 4-4. Ч
Чё, Сальца, чё там случилось-то у тебя опять, а? Какие проблемы-то? Я не могу понять. Тебя умоляю, ты серьезно, что ли, сейчас? Или ты издеваешься? Созрел. На. Ну что, ждем. Ой, виноградинка выпала. Ну? Что-то он тупит, по-моему, ребят. Как его звать-то? Рой... Рой как? Лау? Рой Лау. В меня? Он в меня сейчас швырнул? Ну ты даешь, парень. Ладно, я... Нет, давай, наверное, вот так вот все-таки. Хотя лучше вот так вот. Лучше так. Ну что, у тебя там две энергии, ты можешь, там, я не знаю, прокачать кого-то, призвать, прикрыться. Это максимум, что ты можешь сделать. Твой зомби на возвышенности, если он даже его как-то усилит, может быть. Ага, вот как. Все, я понял тебя. Теперь наша очередь бомбить его. Ой-ой-ой. Шесть. Вампирчик, да? Вампирчик призвал. Ну, давай я сделаю, наверное, вот так вот. Не знаю, может быть, он как-то его прокачать хочет или еще что-нибудь в этом роде. И вот так вот. И посмотрим, что там. Ага, вот так вот. Окей. Все, что ли, ты сдался? Давай в лицо ему. Прекрасно. Так. Опа, защитничек у нас появился с тобой. Защитничек. Ставим его вот сюда. Поехали. Две единицы всем растениям. О как. Молодец. Что? Еще. На тебе. Все, ему крышка, ребят. Он сам подписал себе приговор. Уничтожив виноградинку. Вот так вот. Вот так это делается, ребят. Ну а мы, по-моему, с тобой переходим. Или как там у нас? Не хватает? Нет, не хватает. Нам нужна еще одна победа, да? Ну что ж, вперед. Еще за одной победой. Еще за одной победой. Да, бабах хорош. Мне нравится. Раньше я его не особо, как сказать, жаловал. Я считал, что он такой мягкотелый картофель. Но потом как-то вот резко, ребята, у меня поменялось мнение о нем. И я не жалею. Вот то, что жалею, сейчас мне выпала кукуруза на 8. Это на старте, да? Это, конечно, вообще не айс. Это вообще не айс, ребята. Лаборант. И мне даже просто нечем прикрыться, ты понимаешь? Вот это вот меня раздражает. Когда с рукой не повезет. И хоть ты что делай. Да, очень плохо. Ладно, здесь мы с тобой попробуем его все-таки вальнуть. Че там? Ага, берет энергию. Дополнительную, ребят. Что задумал ты? Разряд, что ты там придумал? Я не знаю, ребят. Будем смотреть. Я поставлю сюда грушу. Он сейчас может только уничтожать растения. Ради бога, здесь же сейчас появится очень хороший грушевик. Чего там? Насколько он там понижает мне атаку? На 2? Ты думаешь, тебе это... Тебя умоляю.
Воу-воу-воу. Ну ладно, предположим. Сделал себе добор. Вытянул, да? Окей. Так, ягода у нас, ребята, есть. А вот это вот... А вот это вот не надо, ребята. Вот это надо убирать. Вот это надо убирать сразу же. Он будет прокачивать свои карты. Подожди-ка, он же должен получить урон, по-моему, да, от шипов или нет? По-моему, нет. Ага. Так, горячка пускай здесь стоит. Надо от него избавляться. Иначе, ребята, он прокачает там карты, и это будет просто трындец. Окей. Так, ну что, мы здесь с тобой, наверное, поставим ягоду. Давай смотреть. Что там, шаман с двух способностей. Окей. Он прокачивает чисто зомби. Он не прокачивает способности свои. Уничтожает, да? Ну хорошо, уничтожил. Потратил свою способность. Но этому в любом случае крышка. Этому в любом случае крышка, да? Но он меня достал, вот, если честно. Бумс. На, в ответочку тебе. Так, орех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10 в лицо, ребята, крышка. Не знал, что у него есть такой вот финтифлюшкин. Так, поехали. Кстати, он меня больше всего раздражает. То, что ты его выставляешь, он сразу же бьет. Понимаешь, сразу же. Не пропуская ход, а сразу кидает в тебя свою парашу эту. Так, ладно. Да ё-моё, ну 5 рука, а нет, хотя бы можем прикрыться. Если что, у нас тут есть удар. Ну давай. Займих что-то никого не стал выставлять. Пропускаем тоже ход. Блин, надо было этого малыша-то на воду влепить. Ладно, мы с тобой, если что, ягодку поставим сейчас, да? Опа. Опачки. Давай, наверное, вот так вот я сделаю. Понятно. Ты сейчас, наверное, своего спортивного чудика будешь вызывать, да? Который дает тебе броню, защиту и так далее. Мне почему-то кажется, именно так будет. А я ведь прав. А я ведь, ребятушки, прав. Я ведь могу этого убрать отсюда. В плане. Не могу. Ладно, фиг с ним. Давай сделаем так. Почему я подумал, что я его смогу уничтожить? С чего вдруг я так решил? Скажи-ка мне на милость. Прокачиваешь, да, говоришь потихоньку? Прокачивает. Так, да, значит, делаешь. Окей. Угу. Так, ладно. Только не говори, что у тебя в руке их дофигища просто. Прокачивает, да, своих этих ублюдков. Так, парень, убери-ка отсюда свою фигню эту. Ха-ха-ха. Тут и оно. Так, мы с тобой сделаем, да?
И вот так. Ну. На-ка. Получи. Так. Ну что там у тебя? О, даже как, да? Слушай, прикинь, у него еще будет этот. Ну что, я могу только вот так, наверное, себе заказать. И все, смотрим. Надо же, сумоист. Ну, и что там у тебя? Ох, еще и вирус. А вот это плохо, ребята. Это плохо. Так, давай защита. Должна сработать защита, ребят. Окей. Мне это никак не поможет. Прикинь, как разыграл, а? Но я даже не знаю, что тут делать. Давай, наверное, вот так вот с тобой. И вот так. Уж не знаю, что там у него в руке есть. Может быть, еще вирус один. Ну тут да, тут меня разбомбили, друзья. Тут не поспоришь. Еще же вирус у него падает в руку, так ведь? Да. Подбили. Ну не зашло, а что я могу сделать, ребят? На одних спортивных зомби меня сделал. Ну видишь, ему в чем повезло, что у него были тренера. Два тренера подряд выпало. Понимаешь, да, к чему я? То есть он выставил. Мне даже нечем было его. Вот если бы вот эта карта была бы у меня, они бы уже все давным-давно бы лежали. Но ее же не было. Так что. Ой, елки-палки, тут же мозг. Атака у нас. Начинается, блин, а? Кто там у тебя вылупился? Покажи. О! Неплохое начало. Ладно, смотрим дальше. Дурень с кукушкой. Конечно, надо его уничтожать, ребят, в первую очередь. Ну, 4 в лицо, кому захочешь получить? Я вот лично не хочу. Но он в этот момент бомбит меня потихоньку, понимаешь? Потихоньку развлекается. Так, ну что, мы можем. О! О, даже как. 3 энергии тут, все дела. Даже не знаю, ну давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Шаманство. Добор, добор, друзья мои. Две энергии еще у него есть. Так что он может воспользоваться сейчас чем. А, он не стал. Он не стал использовать. Ладушки, смотрим дальше. Блин, это грибная поляна. Я понимаю, что груша его сейчас раздражает. Но меня вот этот раздражает. И меня раздражает то, что сейчас я не знаю, что сделать. Ой, Купидон. Да, ребята, это, конечно, не очень хорошо. Купидончик-то. Давай вот так вот прикроем своего Купидончика, наверное, да? И вот так вот сделаем. Угу. Пока мы с тобой получаем звездюли. Но будешь ты менять ландшафт мне или нет? Если нет, это хорошо.
Я поставлю сюда, например, светильник. Появится грибочек. Ох как. Ох как. Так. Ну что, надеемся. Грибок, ты, блин, не там, где надо вылез. Ну, поехали. Эх. Жаль немножко, жаль. Бамс. Так, это вот тоже тыдыч. У него-то с картами там все нормуль, если честно. В отличие от меня. Угу. Кто вот, фиг его знает, кто там, ребята. Даже вот так вот. Ну давай я вот так вот сделаю, наверное. Угу. Три энергии у нее еще остается, да, получается? Давай я вот так еще сделаю. Просто перестрахуюсь, ребят. О, прекрасный орех. Прекрасный орех мне достался. Угу. Да пока не надо этого применять. Крокодил. Но здесь можно, в принципе, бомбануть виноградиной. Ох, ох, ох. Ну что, бомбанем? Тогда я и свою уничтожу растение. Ой, светильник, да? Ну вот как здесь лучше сделать? Либо-либо, да ладно, давай тогда так сделаем. Бомбанет еще на дорожку. Так. Да в принципе, да и все. Давай только не надо уничтожать мне светильник, пожалуйста. На тебе. Ты посмотри, что творит, а. Ты посмотри, что он все время тут вытворяет. Все какие-то фокусы делает. Давай я сделаю вот так вот, например. И что я еще могу сделать? Давай вот так еще с тобой сделаем. Я ведь могу этот грибок сюда передвинуть, да? Могу, но зачем? Че она там зомби-бесенка и гаргантюа вызывает? Я тебя понял. Поехали. Угу. Эврика или что там у тебя? Подтанцовщиков на двух линиях. Ну этот трупец. Угу. Ну давай ждем. Ох ты, ох ты, ох ты. Ох ты, кто у него вылез-то, посмотри. Красавчик. Что могу сказать, красавчик, ребят. Красавчик, конечно же. Так, это что у нас тут? На каждой линии, да? И наносит 6 единиц урона на этих линиях. О, даже как. Погнали. Так, сдулся парнишка. Блин, как бы нам тут лучше с тобой сделать?
Так, прочерк, эволюция растения получает плюс 3. Давай сюда вот так вот поставим. Поехали. Поехали, поехали. Так, все, улетает сюда. Ну что, ребята, 6 единиц осталось ему нанести. Что он там? Со своим этим мракобесием вылез. То есть, ты представляешь, если мы сейчас вдвоем пальнем по нему, то мы его пробьем просто-напросто, сразу же. Угу. Кого он там заморозить хочет? Вот так вот даже, да? Даже вот так. Ну ладно, мы с тобой сделаем тогда немножко по-другому. Сюда. Ну и давай, наверное, вот так вот. Все. Все, ребята. Да выпендривался. Ну что, мы с тобой попадаем на 20-й ранг, как я тебе и обещал. И будем на этом закругляться. О, еще 150 гемов. Шикарно, шикарно. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.